Добрый день, уважаемые коллеги. Я Федотова Марина Алексеевна, являюсь заместителем научного руководителя финансового университета при правительстве Российской Федерации. И хотела вас познакомить с магистерской программой «Финансовые технологии в бизнесе». Данная программа является интересной в первую очередь в силу того, что ее реализует два департамента. Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления и департамент информационных технологий. Соответственно, два руководителя первого департамента – это Степнов Игорь Михайлович, доктор-профессор, и от второго департамента – декан факультета информационных технологий Соловьев Владимир Игоревич. Данная программа уникальна тем, что она основана на том современном мире, в котором мы живем. Мы живем в период цифровизации, в период новых технологий, в период, когда компании, банки, государства переходят на новые финансовые технологии. И вот эта программа дает возможность соединить финансовые знания и знания в области новых информационных технологий и применить новые информационные технологии для принятия финансовых решений. У данной дисциплины интересные партнеры. Но, во-первых, продолжается сотрудничество с университетом Гренобль-Альпы, которое во многом специализируется именно на IT-технологии. Далее, данная программа имеет таких партнеров, как Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Киви и целый ряд других интересных компаний. В частности, Интерфакс очень плотно с нами сотрудничает. И сотрудники этих компаний достаточно часто приходят в гости на занятия к нашим магистрам. В данной программе большой интерес представляют и дисциплины, которые вы будете изучать. Здесь и продвинутый курс «Корпоративные финансы», и курс «Оценка активов и бизнеса». Очень интересный современный курс «Скоринги, рейтинги и рейтинги». Есть интересные курсы по новым информационным платформам. На практических занятиях приходят специалисты из IT-компаний, и вы имеете возможность познакомиться с ними. Некоторые даже устанавливают деловые контакты и потом трудоустраиваются в этих компаниях. Я думаю, что магистерская программа «Финансовые технологии» – это современная высокотехнологическая программа, которая должна привлечь ваше внимание. Благодарю за те минуты общения, которые мы имеем.